Я когда буду бухой, я буду ее слушать, сука, на стриме. Привет, это Андрей. Ту-ду-ду. Бля, вообще ты там. Привет, Андрей, ну где ты был? Бля, слышь. Один из объектов противника. Всем здорово, народ. Привет. Здрасте. Привет. Здрасте. С коня там сласти. И мы начинаем. У нас рейтинг. Да, на ремчике играем. Карта. Мосты. Мосты, да. И у меня в руках элитный... Я помню, сейчас дудосить, не знаю как. Элитный скар. Ребят, сейчас потише сделаем. У кого-то элитный скар, да, а у меня М-ка, понимаешь? Это вообще мощь в руках у меня сейчас. Но скоро он у меня кончится и... Еще... Прикинь, тебе еще пизда, да? Не убил. Я выбил себе еще розовый пистолетик. Я выбираю? Это вообще изи, ребят. Вот, ну, вот это вообще... Я вообще ненавижу. Да, дело не об этом. Блин! Я просто не увидел его. Никто не прикрывает. Только, как всегда. Только Андрюха не записал, когда он выбивал. Да, это было из пяти коробок. Чисто по фану, блядь. У меня ресурс. Его плохо дело, у меня. Нет, ну ладно. А еще мы прошли во второй тур турнира. Да, кстати, зимняя охота, да, ребят. Мне там писали просто то, что как зимняя охота прошла. Первый короче, тур зимняя охота, мы хорошо прошли. Мой первый тур был вообще. На изи вообще. Ну как? Ну просто. Да, можно сказать. А мы я вошли играл. В комнату, играл, нас было а 5 человек. И просто автоматически мы, так как было 5 нас, мы автоматически ушли второй тур. Вот. Вот так вот. Да, я страдал, играл, и заново первое место. Да ладно, с кем ты там играл? Расскажи, с кем ты там играл. Он будет очень не, ну там, кстати, там были... Поначалу я играл вообще 0-3, кстати, поначалу. Ну? Чё там? Да на машине. Поначалу играл 0-3, а потом, когда я почувствовал себе скилл, когда я дал минус 2. Угу. Вот это, чё там? Угу. Так вот. Слева. Хорош. Ой, здорово. Справа, справа. Угол вроде бы есть, не ошибаюсь я. Слышишь? Скидывай. Да, его. Да, вон. Ну, короче, я пока он играет, я расскажу. Пошли мы в комнату. Подожди, меня дай, подожди, судья. Я... О, дрова. Да что толк? Позвал судья, нас было 5, ждали 5 минут. И прошли во второй тур. Все. ГГВП. Да, а я играл, короче, занял первое место, причем. Играл да, я с Эмкой, с подствольником. С подствольником играл? Да, а как же ты только... Борзый. О, ну, надеюсь. Ты борзый. Но как... Там прикинь... Нет, поначалу вообще играл без постола, потом вижу, да, там пацан хитрожопый такой, херачит их по столу, ага. Такой, такой, дай-ка я тоже. Пьёрзый, да? И все. И на первое место вышел, короче. Вот, ну, кстати... Прям. Поначалу я думал, что я проиграю. Ну, когда я шел внутри, я думал, все, ГГВ по изи. В итоге, нет, нормально я. Никита Игоревич разъебал. Блин, пошел я вообще всех. Не могу никого слить, прикинь, лол. Я ли убил? Блин, вот я рак, пацаны. Сори. Короче, один на мне четко сидит, а второй допустим. Около дырки. Первый этаж, первый этаж. Плохо. Первый этаж, ромбик, и один на мне. Оба на мне. Нет, один первый этаж уходит. Один уходит в дырку, один уходит в план. Блин, некогда, они тут все. Иди план, понял. Конечно, иду. Они все там. Жди, жди, жди. Не лети. Лево, лево, лево. Найс. Ну я не чё могу за профессионал играет? Вот. А следующий матч будет? Вот. Когда у тебя будет следующий матч, Никита? А, кстати, у меня вот еще этот... Тебя кинули? Нет, мне ничего не кидали, мне кстати. Мне ничего не кинули, никакой... Ни я вот тоже самое, нет, да. Оповещения не было. Да, и, кстати, мне спрашивали то, что... Когда вот пошел турнир, что вообще надо делать? То есть скрин надо кидать им на почту. Ну, как да. Я понял, правильно? А я вот так, потом, как... 5 было. Прошел, нас. Тебе скрин, не надо было, да? Скрин не кинул, да. То бишь это самое. Нет, я кидал. Конечно, первое место надо. Надо же было попонтоваться. И кстати, еще мэпик, сейчас прикол будет. Когда я играл турнирчик, там судья, короче, тоже воевал, прикинь. Я знаю. Вот это был реально эпик. Знаю. Он тебе помогал по-любому. А, да? Мне? Ну я уверен, это просто. Один идет на тебя, план. Блин. Обида. Так вот. Причем эпик, то что реально судья начал просто стрелять всех. Реально. Всех отстреливать там. Я и судью начал стрелять, пофиг мне, короче, было.
Ну да, а там мы, походу, проиграем эту игру, да? То есть ты его убил, он тебя убил, это уже никого не волнует, никого. Ой. Да, это походу как-то. Да не только. Слитая. Да и ладно, главное мы поотвечали на вопросы, в принципе. А еще будет вот, скоро в игре что у нас был? Новый ранг. 7, да, новые ранки будут, кстати. Там. Ну, кстати, мне этого. Не очень он нравится. Ну как? Пашка этого вообще. Этого. Кстати, про... да. Майора какого-то Пейна, бля. Пашка, бля, как его, сука. Я не помню. Я не помню. Короче, голова Дудоса, хорошо. Блин, а что? Чем эпик? То, что мне нравится. Ну, то есть. 30? Воп, а знаешь, что надо будет сделать? То, что. Ну, то есть, когда ты апаешь, например, вот, типа. Они будут водить, я так понимаю, то что вот, ну, какие-то... Ну, мне ранг, честно, не понравился. Ну, именно как он выглядит, не знаю почему. Не, вот, мне понравился. Это не очень, конечно. Вот видал там золотые зубы? Там они намекают, типа, больше донатьте, ребят, мы сделаем себе золотые зубы, понял? Золотые зубы, мы цыгане. Золотые зубы. Мы, говорит, цыгане. Чё, это так, камбэк будет? Они два, походу, пойдут все. Да-да. Я не... Кого не видно, отвечаю. Гонишь? Ты нет, я не гоню, а ты. Москва Воронеж, я ты тоже. Догонишь. Бомба да, это два. Никого нет? Да, XB, это два. Ёпта. Да ты ебать. В крыше стоит. 0-3 он меня рвет. Прикинь. Ромбик. Ой-ой, чё за им? Красавчик. Ай, вот это я зря, очень я зря пошел. Да это первая, может, значит, так. Игра. Более, ну меня... именно у нас проезжает. Именно на РМ первая игра, именно первая звук игра маленький, на РМ. Так я тоже убавил специально, кстати. О, покажи пистолет, ну-ка, вот просто стой. Покажи, ну-ка, смотрите, ребят, пистолет розовый, просто как... Розовый московский знаю, как... пистолет, видно. Нормально, как, все. Как нормально все. Как его рука Господи. Просто, понимаешь, у тебя как, не знаю, как рука. И просто розовый, да? И в конце такая белая баланда, понимаешь, и не понять, что это вообще. Баланда, это глушитель. Глушитель. Короче, не мышь, я так понимаю. Блин, вообще бах. Урон не идет. Почему-то, я не понимаю. Ой, я убил. Здорово. В рай. Я не знал, что делать мне, короче. Ой. ГГ, ВП, изи. Ой, ты чё, дядя Вася, алло. Один на мне, инжак, инж на мне. Около контейнера. Выходит. Опа. Опа, хребтине. Просто по хребту, просто левой, правой, блядь, убил. А, ещё добавляют же новый дробаш. Не помню, как он... Дробаш? Называется. А вот это я не видел. Вот, но... Вот это я не видел, честно говоря. Ну, это мы будем смотреть потом. Его. Но его, тем не менее, его добавляют. Пока с кем можно посоветоваться. Вот потом, да. Я не видел, честно. Можем будет его посмотреть. Тикаем, тикаем, тикаем. Не знаю, но один точно. Ай-яй. Ай-яй-яй. Вот он, наверху этот ноунейм. Стоит, ай-яй. Мы его убьем. Дудос. Как меня не убили, я не знаю, что. Вот я что это было. Отвечаю, я не могу убить. Я знаю. Почему я такой? Ой, еще туда! Не попадает. Синий. Короче. Синий. На моем трупе. Мой труп. Синий. Давай. Синий. Хорошо. Рисать. О! Бомба туда. Бомба. Хп полю, братцы, хилиться жить. Пачка. Ой, бачу подобрал. На. А чё добрые люди? F2. Ну как-то так проходят серые будни. Ну да? Когда нечего делать. Слушай, а чё, мы можем затащить что-то? Нет, в принципе. Да. В принципе можем. Надо посылку ходить. Вдруг прострелил вроде кого-то. Не, я сюда больше не пойду, ну вот она. Мне кажется, это будет два. Два? Мне кажется, да. Сейчас посмотрим. Они любят мыши, запомни, очень любят да. мыши. Да. Мыши еще те. Что чувство надо, да? Не урбать? Боже. А, про меня. Паракит делает. Меня простреливают. Нарки у меня. Несусь. Взрыватель, ё-моё. На подсаде, вот это дудосы. Здесь я стоит. Говорю, такие мыши просто это жесть, короче, полнейшая. Чувак, зачем? Наш сыль... Сорез. Есть. Не, они тупо мыши. Блин, если значит, то... Нет, все, ГГшечка, ну ладно. Давай, чувак, ты можешь. Давай.
Клачоркик, ёпта. Дядя Фёдор, нахуй. Ради... Не знаю, ради... Простоквашина, ебаш. Не-не, ему жопа. Не, все, ладно. В принципе, пинозотоп, поразговаривали. Давай, братан. Поотвечали на вопросики. Давай, сможешь. Не, он ему жопа. Верим. Лол. Чувак. Не, я не верю. Крутой. Давай, я верю. Он затащит 27 секунд. Таймплей. Чувак, таймплей. Плейтайм, блин. Чувак, таймплей. Плейтайм. Да, я так и знал, что он убит. Ну нормально, в принципе. У нас пацан 1.8 вижу, да. Нормально. Поиграли? В принципе, стоп, отвечали на вопросики. Все нормально. Самое главное, отвечали, ну. Да. Просто у меня команда додосов, как вы видите, да? А, тут уже все, видишь, пошло. ПХ 100%. Все. 100%. ПХ, ну да? Только так? Все. А, ромбик у них тащил, слышишь? А я говорил, ромбик затащил. Да, ребят, ромбы сейчас сели. Все. Да? Да. Всем пока. Всем, короче, удачи. Да, удачи. Если пока. Что, ну как, можете, в принципе, поставить лайк, ну или свечку за меня поставьте. Ну как свечку хотите, в принципе. Тоже поставить, поэтому... да, я не против, чё. Давайте, там, было удачи там. Дай бог удачи здоровья, и спасибо там. Намерение. Спасибо, что смотрите. Я не знаю, как меня смотрят. Good job, man. Блядь, no name, no. Good job. Давайте, удачи. Всё, всем пока. И просто, лезгинку. И вот одна. Бля, припевчик. Подожди. Когда ты даришь мне роз букет. Я говорю, привет. Во! Привет, это Андрей. Бля, вообще топ. Привет, Андрей. Привет, Андрей, ну где ты был, ну обними. Бля, слышь, я когда буду бухой, я буду ее слушать, сука, на стриме. Вот отвечаю, когда я под камеру буду тут танцевать вот так.